Доме культуры Сабского поселения отгремел концерт эстрадной и авторской песни «Пою тебе, мой край родной». Традиционно на него приезжают исполнители со всего Волосовского района уже более 10 лет. В этот раз организаторы приурочили фестиваль к 70-летнему юбилею Великой Победы, который в будущем году отметит вся страна. Все спетые композиции участников были посвящены этому скорбному, но в то же время радостному событию. Символично, что мероприятие проводят именно на Сабской земле. Здесь проходил Лужский оборонительный рубеж и было много кровопролитных военных действий. Война на двоих, война, ты слышишь, у меня в запасе пара патронов. Мы не можем дышать, мы можем, мы дышим, и у нас, наверное, все в порядке. На сцене Дома культуры прозвучало много песен, и все в новом индивидуальном исполнении участников. За вокальное мастерство лучших артистов наградили дипломами и подарками, а гран-при фестиваля завоевала вокалистка из Волосова Светлана Асадзе.